В числе первых на избирательный участок пришла член городской общественной палаты Татьяна Санникова. Она подчеркнула, что для нее, как жителя Самары, важно принять участие в определении дальнейшей судьбы всей губернии. Я живу в самой главной, самой важной стране мира, в России. Я ее люблю, я здесь родилась, я здесь училась, здесь родился мой сын, здесь создалась моя семья. Я живу в Самарской губернии, в городском округе Самара. И, конечно же, как активный гражданин, я переживаю за все, что происходит вокруг. Почему среди первых? Потому что очень хочется проголосовать и как-то быть спокойным, что твой голос отдан.